Всем привет! В этом видео я хочу показать один из способов литья двухкомпонентного полиуретана, также силикона. В видео будет рассматриваться пример полиуретана и изготовление формы для литья тротуарной плитки. В одной форме будет отлито сразу 4 вида плитки, 4 разных размеров. Это первая 180 на 120 мм, вторая 120 на 120 мм, третья 90 на 120 мм и четвертая 60 на 120 мм. Вся плитка высотой 60 мм. В качестве формы будет выступать две кривых пластины, верхняя и нижняя. А опалубку я сделал в виде таких пластин, напечатанных на 3D принтере. Лучше, конечно, использовать либо фанерные, либо из акрила, также стенки, но у меня их не было. На одной из пластин я нарисовал ровную линию для того, чтобы все компоненты в форме лежали на одной плоскости. Соединять опалубку я буду при помощи сантехнического силикона. Также укреплять форму я буду такими распорками, также напечатанными на 3D принтере. Далее приступим к сборке формы. После фиксации макета в плитке к форме дам немного времени, чтобы силикон схватился и в дальнейшем макеты плитки никуда не съехали. Спустя небольшой промежуток времени, примерно час после нанесения силикона, перехожу к сборке опалубки, напечатанной на 3D принтере, и распорками, также напечатанными на 3D принтере. Thank you.
После того, как я собрал опалубку, я выставляю ее так, чтобы все стенки были примерно одинаковыми. Я выбрал толщину в 15 мм. Думаю, этого хватит, чтобы в дальнейшем формовать плитку. Вот. Фиксировать буду я ее также на силикон к основанию, опалубку к основанию. И для начала поставлю на несколько точек, чтобы оно не уехало. Поставлю, дам немножко засохнуть, после чего поставлю распорки и помажу все щели, откуда предположительно может вытекать полиуретан при заливке. После того, как силикон схватится, нам необходимо промазать форму разделительным составом. При покупке полиуретана в магазине не было разделительного состава, так что я буду использовать силиконовое масло. Разделительный состав для полиуретана содержит также силикон, и силиконовое масло должно отлично его заменить. Далее переходим к заливке. Для самой заливки нам понадобятся следующие компоненты и оборудование. Это весы электронные. Они нужны достаточно точные, хотя бы до 0,1 грамма. Миксер для полиуретана, для перемешивания полиуретана. Сосуд, в котором будем перемешивать полиуретан. Я буду использовать стеклянную банку, так как пластикового стакана у меня не нашлось. Но в пластике мешать намного лучше и удобнее. Шуруповерт, при помощи которого будем делать перемешивание. И полиуретан. Полиуретан я буду использовать такой, так как он был по скидке, мне нужно его достаточно много. Вот. Это полиуретан униформ 50. 50 это обозначает, что у него значение по шору А 50. Это средняя жесткость. Ну и сам полиуретан достаточно плотный. То есть, мне этого должно хватить для формы. Так как стенки достаточно толстые, будем переходить к самому замешиванию. Смешивать полиуретан необходимо 1:1 по весу. Мы выставляем тару и наливаем один и другой компонент одинаково. Смешивать будем небольшими порциями и заливать несколько заходов. Мешать нужно на средних оборотах, чтобы запускать меньше пузырей. Еще хорошо использовать при перемешивании краситель какой-нибудь. Когда цвет будет одинаковый, тогда будет понятно, что перемешивание произошло правильно. Налью 202,5 грамма и налью еще 2 компонента второго, тоже столько же.
он налил один к одному, одинаково по массе, и перемешивать буду. Мешать буду не меньше минуты на средних оборотах и тщательно возле стенок. После перемешивания образовывается более-менее жидкость однородная, она полупрозрачная, так на первый взгляд все нормально, и разливаю тонким слоем по всему основанию, и так по слоям буду наливать, пока не заполню полностью форму. Также при заливке образовалось немного пузырей, но они в моем случае не сильно критичны, так как пока все остынет, они поднимутся наверх, и после переворачивания формы пузыри будут внизу формы, и ни на что они не повлияют. Перехожу к следующим замесам. Заливки последней порции полиуретана я дал немного отстояться, чтобы он растекся, и вынес в другое место, там где
не страшно будет, если немного вытечет и запачкает поверхность. Вот. Далее я, если посмотреть, то в одном углу недолив, а в другом перелив. Я возьму вторую пластину акриловую и накрою ее сверху. Так эта пластина прижмет бугор полиуретана и передавит его на другую часть. И когда засохнет, получится ровный пол. Сейчас накрою. Видно, как через прозрачный лист акрила, где прилипает поверхность полиуретана с поверхностью акрилового листа. И постепенно с одного угла я перегоняю его в другой угол, пока полностью не закроется. Образовался один маленький пузырек, но он опять же не критичен, он на углу и сбоку. Вот, везде продавливаю, чтобы лишний полиуретан вышел за стенки. И после этого оставляю полимеризоваться состав на минимум на сутки, а лучше даже на двое суток до полного отвердевания, после чего разберу форму. Что касается объема полиуретана, на форму ушло почти 3 килограмма полиуретановой смеси. Мне, можно сказать, повезло, потому что у меня было всего 3 килограмма полиуретана. Спустя 3 суток перехожу к разборке опалубки под плитку. Получилась такая форма. Плоскости, к которым прилегали акриловые пластины, получились очень ровными и гладкими, несмотря на воздушные раковины. В этом случае это не критично. Сам полиуретан после полимеризации оказался очень прочным, следов неравномерного перемешивания не обнаружено. Это без сомнения плюс. Фрагмент с выемкой макета в плитке из формы не попал в видео, потому что его было очень тяжело извлечь. И неудобно было заниматься этим на рабочей поверхности, и это заняло очень много времени и сил. Формующие детали пришлось буквально вырезать из формы. Так могло произойти по нескольким причинам. Во-первых, я передержал форму. Нужно было извлекать форму через сутки после заливки. Я извлекал через 3 суток. Это за это время полиуретан набрал твердость. Во-вторых, силиконовое масло не оказалось таким эффективным, как я думал. Хотя после извлечения поверхность деталей по большей части была скользкой. Что говорит о том, то первый вариант является виной происходящему. В-третьих, возможно, сам полиуретан не очень подходящий для корректной работы. Что касается полиуретана,
Я не могу рекомендовать такой полиуретан для работы вообще. Я его приобретал только из-за хорошей скидки для пробы. В работе он оказался крайне неудобным. Время его жизни оказалось около 1 минуты, после чего он резко начинал хрустеть. Так, в таком полиуретане очень плохо поднимаются пузырьки воздуха, так что в этом случае нельзя говорить о никакой дегазации. Что мне дал этот опыт? Первое. Купить нормальный полиуретан. Я работал с одной маркой полиуретана, которая мне очень понравилась в прошлом. Второе. Купить правильный разделитель для полиуретана. Третье. Купить кофейник для полиуретана, чтобы точно знать, когда произошло полное перемешивание смеси. Ну и конечно же сделать все еще раз. Но в следующий раз я выполню раздельные формы для каждого форм-фактора плитки. В одном из следующих видео я проведу опыты по заливке плитки в формы с различными присадками и красителями, под которые делались эти формы. И кстати, плитку я выбрал высотой 60 мм неспроста. Различные источники говорят, что этой высоты плитки хватит, чтобы выдержать проезд легкового транспорта. Не забывайте подписываться на канал, делитесь видео со своими друзьями и учитесь на чужих ошибках. Впереди еще много интересного. Покеда! Апчхи!